Всем привет, с вами Нильфгорн, и это игра Skeletal Dance Simulator. Именно в таком, вроде бы так именно называют, почему-то 2016. И в чем заключается суть? Я играю за такую ведьмочку-лисичку, которая может поднимать скелетов. Вот так вот. Убивать скелетов. И опять поднимать скелетов. И опять убивать скелетов. Да, ну, в принципе, умений у нее не очень много, но на самом деле она еще может перетаскивать трупы, и вот там у нас есть такая вот мясорубка, в которую мы можем перетаскать трупы, и эта мясорубка освободит кости от мяса, и я смогу собрать еще скелетов. Тем самым я смогу набирать больше скелетов и защищать свое вот это вот главное, не знаю, ну какой-то шар силы, давайте его назовем. Вот я уже сделал еще одного скелета, и это хорошо. Вот этот шар сил, то есть жизни его, жизни мои, и несколько волн. То есть это в какой-то степени такой воксельный Tower Defense получается. Миленькая, симпатичненькая игрушка, которая в принципе очень короткая, и больше здесь заняться нечем, но поиграть ради фана всегда можно, потому что, ну, лично я тут полчасика провел с удовольствием таким. Давай поднимаем скелетов. Надо не забывать, что скелеты-то они все-таки слабые, ну, все, чего они там, скелеты, да и все. То есть им, ну, их нужно постоянно поднимать, заново возрождать, добавлять в свою армию, постоянно нужно переносить. То есть... делать новых скелетов. Так, сейчас мы вот с той стороны и вот с этой стороны тоже вот так вот сразу вот здесь вот давайте поднимем скелетов, чтоб все. Ну, как видите, все очень просто с одной стороны, но я вам сразу гарантирую, в самом начале вам будет сложновато. Ну, всегда так сложно, когда непонятна сама механика игры, как бы, и что конкретно делать, как правильно это делать. Так, блин, вот эти трупы летают, конечно, здесь. Если я сейчас отпущу, они в том же месте и встану, где, так сказать, и умерли. Давайте валить этих рыцарей. Моя армия мертвых. Ставить, конечно, рыцарей нужно на дороги, ой, не рыцари, ставить скелетов нужно на дороге, чтобы они не давали проходить рыцарям к вот этому алтарю, иначе он будет тратить жизни, ну, а когда жизни кончится, он умрет. Это вот надо не забывать об этом. Так, я бы даже, наверное, чуть поближе поставил. И поэтому, в принципе, можно всегда перемещать вот эту толпу скелетов на ту сторону, с которой нападают на меня рыцари. Также есть мои жизни, так что меня тоже могут убить, если быть совсем неаккуратными. В принципе, вас очень сложно догнать, ну, то есть, лисичку эту, ведьму. Ну, я не знаю, конечно, как многим, но я всегда любил вот такого жанра игры, как сказать, ну, особенно такую графику, она мне, не знаю, ну, чем-то она вот мне нравится, она чем-то мне цепляет, чем-то прельщает, что ли. Какой-то такой... Знаете как? Это игры... Ну, такие игры мне почему-то ассоциируются как бы с тем, что здесь можно самому доиграть, воображением дорисовать. Как-то вот так вот. Потому что те игры, которые... В которых, ну, как сказать... есть хорошая графика там, знаете, супер навороченная там, что прям как в жизни... Там не нужно, там не работает воображение. Ты просто играешь в сюжет, там нету какого-то доработки, что ли, какой-то. То есть нельзя допридумать как-то так. Здесь же все равно есть какой-то вот этот момент. Рыцари тут, может, какие-то моменты представлять. Просто они моменты всячески промелькают. Боя там, что сейчас там скелетов грызаются в броню, там грызут щиты, ломают... кости там перегрызает, сухожилия там, ну, можно что угодно напридумать, ну, конечно, у кого, так сказать, более-менее развито воображение, особенно если игрушка нравится, всегда можно что-то допридумать. Сила воображения, как говорится, бесконечна, и благодаря вот этой вот графике, мне кажется, вот это вот воображение, оно тут и разрабатывается. Игрушка короткая, и, в принципе, больше здесь ничего и нету, кроме как вот это вот защиты
поднятие скелетов и опять защиты. То есть постоянно вам придется это так увеличивать. Если это все делать аккуратно. Я доходил до 14 вейва. Максимум. И то я неправильно располагал скелетов, поэтому и умер, собственно. Никакой маны, ничего такого нету, так что скелетов можно поднимать прям вот, прям без остановки. Прям вот так вот, так-так-так-так-так, и все. Единственное, потом отсюда вынимать трупы довольно-таки сложновато. Вот из этой кучи малы. Так. Ну все, я... заблудился в трупах. Еще здесь проблема есть та, что карта, ну как бы радар, ну блин, нет, не карта, ну вот поворачивается монитор очень, картинка поворачивается очень так, ну как бы тяжко что ли, то есть и в этом тоже есть небольшая проблема, то есть приходится с таким каким-то... Так, ну давай, последний. С задержкой поворачиваться, поэтому тоже это нужно учесть. То есть мы не можем надолго покидать... Так, умри. Поднимаем обратно, ведем его. То есть мы не можем надолго покидать вот этих скелетов, то есть вот это вот центр нашей... нашей обороны, потому что здесь могут всех скелетов просто перебить. Конечно, да, воины сначала бегут на скелетов, но если я ближе нахожусь, то они бегут сначала, конечно, на меня. Но все равно, если, допустим, вот скелет вот будет здесь стоять, а они оттуда упадут, то они, конечно же, сначала начнут убивать центр моей силы. Ну давай. Трупы вообще тут летает просто вообще ужас какой-то. Ну-ка, 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 давайте, давайте. Конечно, можно такие вот отвлекающие маневры делать. И один скелет, в принципе, один скелет, кстати, мне кажется, может перебить вот всю толпу. Просто его вот так вот постоянно, вот так вот постоянно, постоянно, постоянно поднимать. Смотрите, у меня уже два скелета здесь убили толпу. О-о-о. Это же, кстати... очень-очень интересный момент есть. То есть я могу их здесь поднимать и прям здесь же устраивать молотилку. Попробуем, попробуем, смотрите. Я обманул, я прям... я их убиваю и тут же скидываю в... тут же скидываю в мясорубку. Так-так-так, я почти здесь проиграл. Это вот вообще не круто. Еще трупы, еще трупы. Еще больше трупов. А вот сейчас тогда я думаю, что молотилки не хватает. Я бы с удовольствием бы со всех сторон молотилки эти поставил. То есть, ну вот это воскрешение трупа. То есть и с этой стороны также по такой же системе спавнил трупы. То есть прям как нифиг дел... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так-так-так-так-так. Спокойно, спокойно. Пробиваются, пробиваются. Что такое? Скелеты, вы чё? Чё-то я не понял, что сейчас произошло. Ну, похоже, опять какой-то шабаш. Так, чувствуется, сейчас опять будет прирост здесь скелетов просто вот на ровном месте. Жесть! Просто, просто жесть, как она есть. Это жестоко. Это жестоко. Вот сейчас это было жестоко. Все, здесь, в принципе, я уже могу отбиваться. Уже 15-й вейв. Я спокойно держусь. Как прям вот как нечего делать.
Давай, давай, нападай! Давай, 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 давай! Давай! Хорошо быть ведьмой. Также можно прям... Офигеть, тут армия уже. Огроменная армия. Также, в принципе, то же самое и здесь. Я просто поднимаю постоянно скелетов. И сами понимаете, что один скелет, в принципе, может отбить любую армию. Просто вот, ну, если не отвлекаясь, его поднимать. Вот такая вот игрушка. Я надеюсь, вам понравилась. Если понравилось, то ставьте лайки. Дальше я снимать не буду, потому что, в принципе, дальше и нечего снимать. Я так понимаю, что не появится каких-то там новых скелетов, не появится каких-то новых монстров. 100%, мне кажется, так бы был какой-то намек на какой-то приобретенный опыт или что-то в этом роде. Так что ставьте лайки, если вам понравилось. Присоединяйтесь к моему каналу, подписывайтесь, если вы впервые на нем. Да, поднимайте же скелеты, что за... Смотрите, меня заваливают трупами, просто заваливают трупами. Я не успеваю поднимать трупы. Что за... Офигеть! Смотрите, я... Офигеть! Просто вот кшмала. Так что присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. С вами был Нильфгорн, всем всего хорошего. Пока.